Чего ты такой серьезный, сынок? Привет. Здорово. Здравствуйте. Как зовут, откуда? Добрый вечер. Я к ваше справа. Ты меня не слышишь? Здравствуй. Как зовут тебя, ты откуда? Меня Денис, я из России. Я из города Киев, город, меня зовут Александр. Мурманск. Понятно, очень приятно. А как дела в Мурманске, что новенького? Ты ничего особо, здесь мало что меняется. Ну, выгребные ямы уже все почистили? Выгребные в плане чего? Ямы, в которые вы спите в Мурманске. Которые что? А, интересно, странно. Просто мне кажется, что вы, ну так, на взгляд, вроде бы адекватный, разумный человек и... А ты думаешь, я просто так задал тебе данный вопрос? Или имею какую-то информацию в отношении Мурманска? Это тупые вопросы задаете, типа, выгребная яма, типа, куда с***ть? Ну, как-то странно. Скажи, пожалуйста, в Мурманске, в выгребной яме, никогда никто не тонул у вас? Сколько знаю, нет. Еще ЧП, нелепая с***ть. В Мурманске мужчина утонул в яме туалета. Произошло это на улице Фестивальной. Подробности этой истории расскажут Анастасия Степанова и Константин Кабанец. Двухэтажные дома на улицах Фестивальная и Подгорная были построены еще в 1952. Там большой сюжет по этому поводу, да. Я ж поэтому и спросил, что с выгребными ямами, господи. Прямо ваш Мурманск мне поперек горло становится. Можно подумать, у вас в городе никогда ничего подобного не бывало, либо других фейков. Это фейк? Хорошо, прекрасное мнение. Так, а еще один фейк развей, пожалуйста. Да, мы живем в г***ну, это наше родное г***но, и никто не может его критиковать. И мы за это г***но будем биться так, что ой-ой-ой-ой. Варламов там свои просмотры, лайки получил, правильно? Губернатор... Это видео из обзора Ильи Варламова. Он был в Мурманске и, да, спустя несколько лет второй раз приехал в Мурманск, и ничего не изменилось. А я видел, я смотрел репортаж. Так, ты же говоришь, что это фейк. Почему Мурманск в... Я имею в виду не фейк, а фейл. Ничего подобного не бывало, либо другие фейков. Чувак, ты сейчас не оперируй словами, значения которых не знаешь. Я спрашиваю простой вопрос. Почему Мурманск в... Пожалуйста. Почему что? Какое же слово он не слышит? Мурманск или... Или все вместе? Да. Почему Мурманск в... Ну, потому что... Обычно туда Путин не заезжает, а сейчас заезжал только сюда, в Белокаменку. Здесь дороги идеальные, и все остальное, все прекрасно. То есть, на твой взгляд, куда Путин не заезжает, все в г***, да? Нет, я скажу так, это называется, знаешь, типа, Потемкинская деревня. Так у вас больше половины России, вся Потемкинская деревня. Все в г***, все в разрухе, только там, где Путин проезжает, иногда все, может быть, там наладилось, и то ненадолго. Ну да. Да. И как тебе живется в такой прекрасной стране? Да, нормально. Не жалуешься, да? Нравится жить в г***е, потому что Путин туда не приезжает, и все хорошо. К запаху привыкаешь уже со временем. Да нет, при чем здесь запах-то? Не так. Действительно. Расскажи, чем гордится Мурманск? Я понимаю, тема тебе не нравится. Чем гордится Мурманск, помимо выгребных ям и г***а? Смотри, я в закрытом городе, я могу через каждых полтора года ездить в любую точку страны, мне оплачивают билеты. Даже на этом пи***е товарищ майор решил такой, не-не-не, ну на. Больше он из Мурманска никуда не поедет.